В республике отмечают юбилей Государственного Якутского университета. Главному вузу Якутии в этом году исполняется 60 лет. Празднования будут проходить во всех трех филиалах университета – в Нерюнгри, Анадыре и Мирном. В эти дни торжественное мероприятие состоялось в Мирнинском политехническом институте. 60 лет назад у якутян появилась возможность получить высшее образование. Тогда и был образован Якутский госуниверситет. 19 ноября во всех трех филиалах и в головном вузе Северо-Восточного федерального университета отметили юбилей первого высшего учебного заведения республики. В самом головном вузе сегодня тоже проводится торжественное мероприятие. Мы подключились как бы к нему, вот, и отметили общий юбилей университета. Мирнинский филиал СВФУ считается одним из самых востребованных вузов Якутии. В нем обучается более 700 студентов. И в этом году, что меня удивило, и вот когда я был на дне первокурсники, что из 131, по-моему, первокурсника, 25 студентов приехали сюда из города Якутска. Надеюсь, они еще остались и будут здесь продолжать обучение. Я подходил к ним и спрашивал, почему они приехали, когда в Якутске есть свой Северо-Восточный федеральный университет. И один из ребят сказал, что он приехал сюда по жесткой рекомендации родителей, которые сказали, что здесь находится акционерная компания «Алроса», и здесь ему легче будет после получения образования найти себе достойную, высокооплачиваемую работу. Самым главным юбилейным событием в Мирнинском политехническом институте станет переезд в учебно-лабораторный корпус. Открытие долгожданного здания планируется 25 декабря. Анна Курова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».